иди ты нахуй своей рекламой, блядь. Твичи тут будут еще рекламу раздавать. Спрыгнул. Ну вас нахуй, куда идти? Форкатик. А я хочу стул босса. Понятно. Когда ночь. Так, где еще одна упаковка?
Кадавыч. То есть что? Тупичок. Ну ладно. Энна, он еще и парирует.
там еще одного не нашел. Печально.真田幸村、日の本一の強者なり。 秀頼様は霊石で作られた人であったのか。わしは淀君、いや茶々様をいさめに参る。共に行かぬか。 道を外れて霊石を使うてはかなわぬ。命をかけ茶々様をいさめねばならぬ。これがわしの信ずる義よ。 Let's go. Maria will be there too. Тихо, дамочка. Cadê a mão aqui?
Baseball-looking Tony too. Режу ему шашлык, блядь. Волгейм, привет! Так. Приветствую тебя на моем канале. А, как много было. Заходишь, изучение навыков. По-моему, да. Знахарь. Увеличит количество эликсиров, которые вы сможете, способны носить с собой на плюс один. И вот их всего три можно увеличить. Так. Походу финальный найти. Там сундук был. Сундук профукал. Ну, у тебя увеличиваться будет. Нато-сама
И все ж сразу. Ну, постепенно. Я сейчас Гайнду уже не помню, я так давно начинал. Но они меня как-то самопроизвольно увеличивались. Плюс Кадамыча ищи, ставь Кадамыча на супанель. Больше исцеления тебе вот этих лечебок выпадало из мобов. А, да, сожжены дотла, конечно. Куда опять сваливаешь? Валенок. О, сколько карт в игре, тебе придется подождать. Меня тут босс ожидает. Я так не помню. 8-9. Может 10. Отличное начало. Сдохни ты, мразь уже. Ну, неужели? Привет совсем, ку-ку. Дешевая. О, ее отпустила. По прохождению игры, после финальной локации, у тебя откроется DLC. После убийства финального босса. Потому что они чересчур сложны, сразу на них не попадешь. По-моему, их всего 10. 7 основных и 3 DLC. Но я, честно говоря, за один день накопил. Я прошел игру, и на следующем НГ ты там вступаешь в клан, и тебе надо другие кланы убивать, а больше будут тебе давать славы. Славы или соли, я не помню, что там уж дают-то. А тёте не дали, суки, они матросы. $70,000 копить долго, очень долго. По сути. Вот эти, которые на локациях стоят, мечи в землю красные воткнутся. Подходишь к ним, призываешь копию персонажа реального человека. Наваливаешь ему люлей, тебе дают очки. Куда это бабье слилось, интересно? Или еще будет DLC?
ОП Карла, привет, да, в ПВП можно еще. Но мне что-то ПВП не зашло. Мне там, блин, ниндзя маг попался, блин, я задолбал закидывать всем подряд. И что-то мне быстро это надоело. Я это боец ближнего боя. А, еще духа дали. Вот жмотина, я думал, больше навалит мне. Ой, интересно. Хорошо, мы молодцы, все прошли. А эту волосатую мохнатку так и не поймали. Бухать. Пафосные мужики. Посмотрим. Bullshit and конец кровопролития. Приз, конец сражения. Приз получен. Что так долго? Ух, 5 миллионов копейки. Что мне там? Может, что-нибудь хватает? Все очень долго. Да, дали. 7 кусков, зараза. Я больше всего понять не могу, почему акацию стоит дофигища. Надоело за бомб бегать. Так, что у нас тут осталось? Раз. Ну, кстати, качнуть.
Блин, 19 уже у Катан. Дальше я не знаю, как можно до бесконечности убивать. Так, что у меня там с бронькой? 17. 12. Майда Сенпай, привет! Ну пока без вебки. Так, надо еще шмоток, короче, тебе набрать. Чуть-чуть качнуть нормально уже. Шмот. И идти, может быть, потом к финальному боссу. Ну, МГ плюс, плюс, плюс. А, кстати, какой МГ, ребят, идет? Вот сейчас смотрите, самурай, потом сильных, демон, а следующий какой? Кстати, попросили городов посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Три последние это DLC. И, соответственно, последнее задание на корабле будет. А перед ним явление короля демонов. Ладно, пройдем до задания. Сейчас вернусь. Я тут. Семь основных, да.
Да, в начале игры не стоит крепить. Это с этим я абсолютно согласен. Кстати, какое в итоге? Ой-ой-ой. Какой в итоге? Сейчас, может, после обновления сделали, может, выше 550-го можно прокачаться левел. Ёлки-палки. Сразу вмазал. Вообще без разбора. Да вы чё? Офигели, что ли? Как возвалить-то, если это у тебя? Ну нафиг. Да чё ж такое-то? Минус один. Ну тебя нафиг. Что я делаю не то? Да ёпер мы тебя. Да хорош тут от меня уходить-то, а. Да как тебе, блин? Шустрое говно. Попаду я тебе хоть разочек-то. Ламбе. Хорошо, давай.
Так, я видел бабу азиатку, у нее частоты были по 250. Как так? Это чип, наверное, какой-нибудь. Так. Так. Махнемся Викена на это. Стой, где я? Что со мной? Да ну нафиг! Не догонишь. Да сдохни ты. Могу убить. Ура! Да, я это сделал. Но неужели? Что-то это было слишком сложно. В бездну сходить. В бездну попозже. Я один раз вот сбегал.
Ну, чисто так. Ради любопытства. Смотреть, что это такое. Что, типа будут боссы, что ли? Ну ладно. Попробуем. Сначала так. Да ну на хрен. Хорош, вас тут сколько? Что-то мне подсказывает, что это не все. Да ну нахрен. Yeah.
с кем с тобой, думал, не буду драться. Можно было поставить, было бы хорошо. Или можно? Нет, нельзя. Я уже устал. Что за трэш происходит вообще? Сколько у вас тут будет лезть, да блин, типа арена какая-то, без конца пункта полностью. Я же не могу, сколько надо забивать. Опыта набирать себе. Да опыта-то нет. Денюшек, амрита. На этом задании нету, столько денег, если только накопить. Амрита здесь и бульки нос дает. Еще 8. Ууу, здорово. Тоже пока, друг. На кебаб тоже тебя порежу. Ну, хоть бы с них бы нормально валили. Еще один. Это тибана. Знаю, что ты быстрее. Может, последний, надеюсь. Если то всему нет. Ну, что со всеми своими друзьями делать? Я уже Вадим как-то навалял. Еще кто-то. Блин, по ноль сразу. Ну
Хорош от меня уже уходить. Я супер быстрый ниндзя. Кромсать, кромсать, кромсать. Наша верба. Ура! Я уже мозги вскипели, блин. Это долго ты дома бегать. Че, все, че, не нравится? Я вообще не знаю, кто это Лысик. Не, ну а что, это тоже довольно-таки интересно. Дополнительное задание. Вот, например, это. Волны вас откроют, 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 откроют. Нам будет скоро отъехать. Нам будет приедет. Будет ему помочь поднять. Потом вернусь. Ой, что за лаги? Что там ребят не писали-то? Да вроде бы нет. Ну я не знаю, я не заходил пока. Пахал. Вань! Вань! Я тут с хуебусы дерусь. По-моему, он мне очень сильно напоминает одного там персонажа из Ninja Gaiden. Так совсем использует все виды оружия. Ну, это и есть он. Да. Может быть, это его потомок. Дзин. Да. Я просто не помню, как его звали, но... Ну, техника летящей ласточки. Ну да, я тебе говорю, он прям использует столько этих знакомых движений. Да, он еще и победит меня. Зашибись. Жесть. Вот он лупит просто. Его так прессовать надо. Понять, как ты бегаешь. Ты не мой.
я могу это сделать. Ну, значит, на тебя эта хрень не действует, да? Ты достал, блин. Беремся. У тебя довольно-таки много, чувак, жизни. Блок как вообще пробить его можно, интересно. Неужели пробил? Да ну нахрен, что он такой бросает, что прямо все вокруг бомбится? Не попал, не попал. Ну-ка, сейчас выстрелить кем? Быстрый. Два! Неужели? Одеяние Инзи Хейбус. Музыка такая. Давай пообщаемся давай. Что такое-то? Что за хрень? Похож. Стиль драки, что-то прям такое есть. Ну и во всяком случае фамилия. Может быть, это его дедушка, блядь. Фамилия одна и та же. Может быть. Ну, скорее всего. Техника использования меча и кусаригамы то же самое. Потомок, скорее всего. Наверное. Ну, фамилия-то одна, это в любом случае. Это же тот... Ну, может быть, это основатель клана. Может, это один из самых первых. Может быть. Он тот, с которого все началось. Стопудово, не зигает.
кстати, задание ждет. Сдохнет уже. Тайский ББ. Макс стоит, что ли? Сучка. Ты
Сдохни уже. Неужели? Там даже на левел не копил, сколько уже заданий прошел. Миротворец, приз получен. Отлично. Скорее всего, японский Dark Souls. От разработчиков. Этого. Какой Ninja Gaiden. Че, все что ли? Вот и все, все, DLC прошел. Шмоток накопить, а потом финального босса можно будет попозже сбегать. Пока на этом все. Заходите попозже на стрим. Пока-пока.